Всем привет! Вот и наступил апрель, а это значит, что в Португалии начинают готовить улиток, так называемый каракойш. В барах и в тавернах на вывесках пишут о том, что в этом баре готовят улитки. Готовят улиток с чесноком, с приправами. Нужно взять улиточку. Как правило, зубочисткой достается содержимое улитки. Съедается. Подаются улитки с белым хлебом, намазанным сливочным маслом, и запивается все это пивом. Это необыкновенно вкусно. Предлагаю всем приехать и попробовать.